Ушел в прошлое век 20-й. Это было время революции и грандиозных открытий. Время возникновения и крушения империй. Время великих утопий и великих разочарований. Время гениев и чудовищных преступников. Все же главным событием 20 века, да и вероятно всей человеческой истории, навсегда останется Вторая мировая война. И дело не только в ее масштабах, хотя никогда раньше человечество не наносило себе таких ужасающих ран. После Второй мировой войны стало очевидно, что тонкая кожа цивилизации вовсе не является защитой против заложенного в нас инстинкта саморазрушения. Противостоять этому инстинкту может только человеческая память. Подобно ребенку, который однажды обжег на огне руку, мы навсегда должны запомнить тот страшный ожог, который случился с нами 60 лет назад. Великий Новгород, древняя столица Руси. 11 веков назад здесь, на берегах Волхова, зародилось будущее государство российское. Перед войной это был тихий райцентр Ленинградской области. 40 тысяч жителей. Сотня полукустарных предприятий, учительский вуз, два автобусных маршрута, 4 моста, 2 бани, в которых то и дело отключали воду. Та война неожиданной. В сущности, война давно началась. Уже были Хасан и Халхин-Гол, закончилась финская кампания, состоялась аннексия Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Германия к этому времени оккупировала большую часть Европы. Две огромные силы, Германия и Советский Союз, двигались навстречу друг другу. Вопрос заключался только в том, столкнутся эти две силы или поделят мир пополам. Немецкого лейтенанта Брандта. Часто я задумываюсь о борьбе этих двух великих мировоззрений – национал-социализма и большевизма. Неужели абсолютно необходимо, чтобы они растерзали друг друга? Неужели они не могли ужиться вместе? На личном самолете Гитлера в Москву отправляется шеф дипломатической службы фашистской Германии Йоахим фон Риббентроп. Он спешит заключить соглашение о разделе Европы. Самолет летит над Прибалтикой, над независимыми государствами, чей суверенитет гарантирован как Берлином, так и Москвой.
Риббентроп летит навстречу своему триумфу. Он не догадывается, что эта дорога в конечном итоге приведет его на эшафот. Он убежден, что диктатуры несокрушимы. Риббентроп уверен, что в Кремле его примут хорошо. Он знает, что там тоже ценят силу, верят в монолитное единство, беспредельное послушание, преданность догме, свою особую миссию во все то, что сплачивает империи. Риббентроп не ошибся. Москва ждет гитлеровского эмиссара. Вождь ждет вождя. Диктатуры протягивают друг другу руки. Заключают договор о разделе Европы. Секретный протокол Молотов подписывает латинскими буквами. Народу, разумеется, ничего не сообщается о содержании пакта, именуемым в печати договором о ненападении. Начать тогда первым войну, это была катастрофа. С точки зрения политической, это была катастрофа. Теперь, если брать военную сторону, действительно, 15 мая 1941 года Жуков представил вместе с Тимошенко Сталину предложение, что надо бы подготовить и такой упреждающий удар с целью сорвать сосредоточение и развертывание немецких войск. Имел в виду удар на коротке, чтобы сорвать их переход в наступление. Но это предложение Жукова не было принято. Да и, собственно, сама армия была не готова к этому. Тем более Жуков не предлагал немедленно нанести упреждающий удар. Он, в принципе, ставил вопрос, потому что в любом генеральном штабе должны быть разные варианты действий. Генеральный штаб должен быть готов к любому варианту действий. Скорее всего, это имелось в виду где-то позже, скажем, в 1942 году, когда армия будет готова к таким действиям. Но тогда реально укомплектованность армии, ее подготовленность, решенность многих вопросов были в таком состоянии, что, конечно, ни о каком упреждающем ударе не приходилось и думать. Речь шла о том, как подготовить армию к отражению внезапного нападения германской армии. И наоборот, Сталин, желая не подавать повода Гитлеру для агрессивных действий, он тут даже переборчил. Он даже те элементарные меры, которые нужно было принять для проведения войск в боевую готовность, их не разрешал проводить и строго пресекал всякие попытки самовольно что-нибудь делать для повышения боевой готовности войск. Бывший офицер ГРУ, перебежчик Виктор Резун, в своих книгах доказывает, что Гитлер всего лишь на неделю опередил Сталина. Thank you.
Ну, достаточно сказать, что война уже началась 22 июня, а на следующее утро Ставка отдает распоряжение войскам отразить нападение, но государственную границу не переходить. Если отдается приказ даже уже с началом войны границу не переходить, это уже само за себя говорит о том, что не могло быть и речи о том, чтобы Советский Союз какой-то упреждающий удар наносить. Поэтому легенду эту придумали не Резун, не современные там историки. Их придумал Гитлер и Геббельс. А те, кто сейчас эту байки повторяет, они просто эти новые сказки на новый лад рассказывают. Случилось то, что случилось. Германия напала на Советский Союз. И это непреложный факт. Всего советских людей поразили два обстоятельства. Первое – невероятная, неправдоподобная быстрота, с которой немцы продвигались вглубь страны. И второе – почему молчит Сталин? Привез в Брест Муссолини. Они торжествовали. Известно, что 29 июня, в разгар немецкого наступления, Сталин покинул Кремль и уехал на подмосковную дачу. Никто не знает, чем занимался он в эти страшные дни. Был ли это хитрый умысел, чтобы дать почувствовать стране свою незаменимость? Или вождь просто пил взаперти, деморализованный своим же чудовищным стратегическим просчетом? Но 3 июля страна услышала знаменитую речь Сталина. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. С огромным вниманием и волнением слушали люди, обращенные к ним слово коммунистической партии. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, полить их нашим потом. Захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза. Их анимирование, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет таким образом о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или мы были молоды тогда и не представляли, что это так страшно, потому что только что окончилась
финская война, которая продолжалась несколько месяцев, и наша армия победила. Поэтому мы думали, что это тоже на несколько месяцев. Тем более, что это сообщение оканчивалось словами: «Враг будет разбит, победа будет за нами». И мы спокойно пошли купаться, не представляя, что такое эта война. Все обратили внимание на обращение «братья и сестры». Такими словами священник в храме начинает проповедь. И это не было случайностью. Речь Сталина положила начало крутому изменению всей государственной идеологии. Перед лицом грозной опасности партийный вождь больше не вспоминал о мировой революции и пролетарском интернационализме. На смену коммунистической идеи возвращалась национальная идея российского государства. Был отброшен тезис о нарастании классовой борьбы по мере строительства социализма. Мы снова были одним народом, и у нас снова была великая история. В скором времени в армии возродятся офицерские звания, из лагерей вернутся уцелевшие священники, откроются 20 тысяч закрытых церквей. Подобно Александру Первому, Сталин возвестил отечественную войну против нового Наполеона. Вождь понимал, что солдаты не будут умирать за учение Карла Маркса, зато умирать за отечество для них дело привычное. Это был действительно гениальный ход. Политический расчет совпал с народным порывом. В один день из коммуниста номер один Сталин превратился в отца нации. Вперед, в огонь кромешный он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. Но фронт тем временем стремительно двигался на восток. И, опережая его, катилась по стране волна горечи и разочарования. В душах миллионов людей творилась сумятица. Как же случилось, что великий и мудрый вождь прозевал войну? Почему победоносная Красная Армия оказалась не готова к сопротивлению? Доходили слухи о страшных поражениях, о целых дивизиях, сдающихся в плен. Было, почему же это мы отступаем все же? Предательство, говорят, предательство о каком-то говорили. Я уж вам сказал, что даже переехать Березину, переплыть, и то не давали нам лодки. Говорят, что драпаете, отступаете. Не поверили, что Красная Армия, о силе которой все время говорили, и вдруг отступает. Воюет не на своей, не на чужой территории, а на свою отдает. Да, насчет пленных. Uh-huh. Вот, насчет пленных отступления. Представьте себе, вот где мы там находились, на Березине и на Днепре, около Жлобина и Рогачева, ни одного пехотинца, ни одного солдата, отступающего с запада на восток к нам, не было. Пехотинцев я не видел ни одного. По всей вероятности, они все остались в плену у немцев. И отступления организованного там не было. Thank you.
9 июля немцы взяли Псков. Падение младшего брата ошеломило новгородцев. Городские власти приняли решение о формировании истребительного батальона из жителей Новгорода. Запись была добровольной, но уклониться считалось позором. 10 июля началась первая бомбежка. И первую бомбежку я очень хорошо помню. Я не верила, что будет, будут бомбить Новгород. И это в 5 часов утра я просыпаюсь от страшного грохота, от свиста и грохота началась первая бомбежка. Первой под обстрел попала гостиница, которая находилась на Комсомольской улице. Там много людей тогда погибло. И вот я помню такую страшную картину. Летят 3 самолета и летят из них бомбы. Эти бомбы почти все угодили в вокзал, где стояли эшелоны с людьми, которые собирались эвакуироваться из Новгорода. Там была просто было кровавое месиво. И полетели в сторону Чудова на Ленинград. Вот. Настроение, конечно, было ужасное, но народ духом не падал. Считали, что все равно немцев разобьем. Вы знаете, что столько такой был патриотический подъем, что в военкомате стояла очередь, чтобы людей взяли скорее в армию, чтобы бить немцев. Вот. Буквально, это я своими глазами, это не какая-то там неправильно. Я видел все это дело своими глазами. Вопрос об эвакуации города, еще недавно считавшийся паникерским, перестал быть вопросом. Моего вызвали в НКВД и предложили 24 часа эвакуироваться из Новгорода. Это была наша еврейская семья. Всем было предложено тогда эвакуироваться из Новгорода. Я категорически отказалась. Вы уезжайте, я ни за что не поеду. Ну, считала себя патриоткой, потом считала, что люди боятся, трусливые, наоборот, какое-то стремление было хоть чем-то помочь или там в партизанский отряд выйти. Вот такое у меня было стремление. 28 июля я проводила свою семью. Баржи отходили. Несколько барж по пути от Новгорода до Кириш было разгромлено. Из роддома медиков везли, и в том числе вот рожениц с детьми, и вот эти, эта баржа погибла.
что одним из важнейших объектов, подлежащих эвакуации, стали колокола Софийского собора. В Новгороде появились представители из Ленинграда. Будущий председатель облсполкома первый, Еремеев, вот он был председателем тройки, которая занималась эвакуацией города. Долгое время не могли, так сказать, сказать членораздельно, будет Новгород сдан или не будет. Но когда немцы прорвали оборону нашу под Шимском, вот тогда зашевелились. Вот тогда я был вызван в тройку в эту, а в тройку входил, значит, Еремеев, председатель тройки был. Это зампредседателя Ленова был исполкован. Мы же тогда входили в состав Ленинградской области, как районный центр. Затем, значит, начальник КГБ Новгородского и Павлов Михаил Ефимович, секретарь горкома партии. Вот я был вызван туда, и мне, как начальнику строительной организации, было дано ряд заданий. Самое главное задание было это снять колокола с Софийской звонницы, притащить их на берег, погрузить в баржу и отправить. Тогда разговор был, не думали, что немцы и до Кириш дойдут, и дальше. И Ленинград окружат. Так что, когда мы погрузили, то пароход, капитан, видно, очень опытный был. Шел у меня 17-й год. У нас заболел капитан. Мы остались вдвоем, два матроса. Но так как я закончил училище с отличием, меня назначили капитаном. Приказ следующий поступил поставить баржу под погрузку колоколов. Первый смонтировали колокол. Кричат командиру танка, натяни трос. Ну, а там это, вообще, по-русски отвечали. Переговор. Да давай танк 60 тонн не перевернет этот колокол. Они все думали, колокола-то легкие, они же не очень легкие. Ну, кричат, значит, сапер, руби этот, там же трос металлический. Тот топором раз, он сразу перерубился, лопает он, под напряжением лопает. Когда трос натянулся, рывок получился, оторвалось ухо у колокола. И колокол вниз полетел уже самопроизвольно. Вообще не ударился, у него язык вывалился. Но решили маленькие колокола снимать. Вот маленькие колокола сняли. Наш пароход, правда, нам уже делать было нечего, потому что барж больше уже в городе не было. Все, что было, увезли. Ну, не все увезли, конечно, что могли. Вот. Бомбежка уже началась. Осколком от бомбы пробила баржу. Она затонула, стала тонуть, и колокола скатились сами произвольно в воду. Мне приказали уходить. Приехал к Юдину Михайловичу, еще председатель горсовета был. Михайлович, еще говорю, вот так и так, два колокола утоплены, один торчит, видно, большой на берегу. Я говорю, меня расстреляют, как обещали. Что делать будем? Он говорит, поедем к Ворошилову. А Ворошилов командовал Северо-Западным фронтом. Находился он в подвале педагогического института. Ну, поехали, у нас пропуска были, мы поехали туда. Ворошилов был занят, и нас не смог принять. Вышел адъютант, полковник, выслушал нас, дал нам отделение солдат. Взяли Бигфорда в шнур, запал, трол взяли и поехали. Переправились на лодках через Волхов, бросили 200-граммовую шашку тола под тот, который ободок торчал, подорвали под ним ил. И колокол вода закрыла, остался. Итак, безбожная власть спасала не памятник Ленина, а церковные колокола, которые еще недавно сотнями сбрасывались с колоколен. И это было еще одним свидетельством изменения государственной идеологии. Горькие, ошеломившие нас первые часы войны, снимали лишь гитлеровские гитераторы. Неуклонно приближался. 14 июля 56-й механизированный корпус Манштейна прорвался к Шимску, оседлав шоссе. Отсюда открывалась прямая дорога на Новгород. Но неожиданно для наступавших наши войска нанесли сильный контрудар под Сальцами, отбросив немцев на 40 километров. Это была одна из редких успешных операций 41-го года. Thank you.
очередном заседании фюрера было решено не дробить силы, а сосредоточить их для нанесения главного удара через Новгород. В конце июля, перегруппировавшись, немецкие войска возобновили наступление и вышли на окраины Старой Руси. 9 августа немцы взяли Русу и, развивая успех, устремились к Новгороду. На этом направлении были сосредоточены ударные части вермахта. Дивизия СС «Мертвая голова», 56-й механизированный корпус Манштейна, авиакорпус Рихтгоффена. Им противостояли разрозненные остатки разбитых соединений под командованием комдива Ивана Коровникова. Отдавая дань мужеству защитников Новгорода, надо сказать правду. Город, как и вся страна, был не готов к обороне. На первом рубеже его защищали пешие танкисты 28-й танковой дивизии полковника Черняховского. Потеряв свои танки в Прибалтике, дивизия находилась здесь на переформировании. Это были 1500 человек, вооруженных в основном стрелковым оружием. августа немцы пошли в психическую атаку с развернутыми знаменами и прорвали оборону. Черняховский бросил в бой танковый резерв, но на городских улицах танки стали легкой добычей противника. Стояла августовская жара. Танкисты дрались отчаянно, но что они могли сделать с пистолетами и винтовками против тяжелой артиллерии, авиации и многократно превосходящего по численности противника? Переправились через Волхов в районе Хутынь. Наши войска с боями отошли к Малому Волховцу и закрепились на его восточном берегу. Обратите внимание, эти кадры немецкой кинохроники мы показываем впервые. Мы нашли их в архиве немецкой студии Deutsche Wochenschau. Тогда, в 1941-м, эти выпуски показывали в немецких кинотеатрах перед сеансом под аплодисменты зала. Закадровый голос взахлеб сообщает подробности о занятии Новгорода, этого исторического русского города, основанного еще Рюриком. Древний великий Новгород, который не был взят татарами, теперь оказался в руках германской армии. Проходившие германские части шумными возгласами приветствовали свой гордо развивающийся флаг. В свете новой государственной идеологии потеря Новгорода была невосполнима. Сталин приказал отбить город любой ценой. Спешно созданная новгородская армейская группа под командованием Ивана Коровникова попыталась штурмовать Новгород. Здесь наши войска впервые столкнулись с испанской голубой дивизией. 6 батальонов под командованием генерала Грандеса бежали под ударами нашей 305-й дивизии. В бою за Кириллов монастырь политрук Александр Панкратов первым в этой войне закрыл своим телом амбразуру дота. Однако военная наука знает, что силы наступающих должны как минимум в 3 раза превосходить силы обороняющихся. Понеся тяжелые потери, войска новгородской группировки вернулись на линию обороны по восточному берегу Волхова и Малого Волховца. Никто не мог предположить, что фронт простоит здесь 2,5 года. 900 дней
Наши солдаты и офицеры видели в бинокли артиллерийские прицелы оккупированный Новгород, по улицам которого ходили новые хозяева.